Он запланирован на март. Быть раньше, я очень на это надеюсь. Вот. Гайгана. Короче, жду я, жду сильно. Я не буду вас оставлять без материала вообще. Типа, вышло вот недавно, у меня в прошедшую пятницу вышло два сингла, которые я не включил в альбом. В январе я также буду выпускать синглы, в феврале также буду выпускать, потому что, во-первых, у меня столько всего накопилось, знаете, это оставлять все не хочется. У меня по факту вообще там второй альбом лежит, который я до этого писал, и типа... Короче, я вас люблю, спасибо большое, с наступающим вас. Нужно будет сразу же после альбома выпустить тогда эпиху, которую я тоже уже почти дописал. Вот, понимаю, что все затянулось, но, как видите, мы не можем просто так это все пускать на самотек. Очень много зависит не только от меня. Блин, я просто давно вообще не выходил в прямые эфиры, я забыл вообще, что вас много. Вот так вот. Поэтому плюсик в чатик, если ждете, плюсик в чатик, если любим маму, плюсик в чате, если меня поздравляете с наступающим. А я вам за это прицениваю какую-нибудь демочку. Напишите цифру с 1 до 17. Любую цифру с 1 до 17. И я вам прицениваю. С 1 до 19 даже. Меня там майот на первом этаже ждет, поэтому давайте быстренько. 6, 14, еще. 18. 18. 18. Почему на 18? Окей. Ладно, за 18, правильно? Все выбираем 18. Короче, на рандом включаю. Все, мы так не определимся, я включаю на рандом. Я встаю с утра, и я в шоке. Эти камни на мне, о, ночи. Лил Нига хочет бифить, о, боже, а. Мне неинтересно, бро, сори. Удалил капу, теперь я не могу ее даже вспомнить. Назови мне хотя бы одну причину, по которой должна тебя помнить. Я вчера заработал денег на обед, а завтрак еще наполнит. Сими свой пес, на нем сидит дорогой намордник. Gang bang, hold on, yeah, smell that. Мне трудно с утра писать трек, I'm faded. Gang, hold on, я в рубашке поло. Хан Соло, Чубакка не пьет колу. Попросил мне трахать его, суку, я думаю, бог попробую. Уже где-то 4:30 утра, я бог работаю. Я на нуле, бро, привез мне дунуть, он под заботой. Ювелир нам пишет, не прикасаться, я бог потрогаю. Дам, я трогаю колечко, решил не покупать, а спиздить, бля, это вечно. Трипер кассет. Окей. В ротики вы мои сладкие, люблю вас бесконечно. Спасибо, что ждете, это был хороший год. Хороший год и... Следующий будет еще лучше. Я не говорю, конечно, что нужно всем так делать, как мне, засиживаться с материалом, типа, но там зато его столько. Да, это был Ромчик 163, это был я, это лучший дуэт современного трэпа. Все, я вас обнимаю, спасибо вам большое за то, что уделили мне минуточку внимания. С наступающим вас, обнимаю ваших матерей, а также ваших братиков, а также... Смешно.